Приветствую всех, кому интересно слепое прохождение Baldur's Gate без загрузок. И в настоящий момент мы находимся на очень-очень неприятном болоте. Shadowheart, к счастью, уже успела вылечиться. И в прошлом эпизоде мы нашли проход в подземье. Нашли там телепорт, ведущий в это самое подземье. Я хочу с жабой поговорить. А для того, чтобы поговорить с жабой... Так, нет, это книжки. Так, вот. Жаба, открой мне свои секреты. С этим существом что-то не так. Не будем искушать судьбу. Зеленые листья мелководья. Так. Ага, здесь вот был спуск, который я так и не проверил. Так, а тут вот что? Я, честно говоря, не очень уверен в правильности своих решений. А именно, куда надо идти? Тут мы нашли какой-то кошелек. Нет, наверное, все-таки. Так, Shadowheart. У тебя. Да, божественный канал разрядился. Я думаю, что все-таки нам стоит того. Свалить отседова. Гоблинский тайник. Не понял. Главное, вот что вот здесь, вот что вот это вот значит, что здесь можно как-то протиснуться. Ну, давайте попробуем. Вот только в ловушку бы не вступить. Потому что ловушка нас сейчас всех поубивает нафиг. Так. Ага. Да, живописное у вас тут, конечно, место. Да, там вот какое-то дерево. Там вдалеке какое-то дерево. Тихо, не надо орать. Угу. Это вот здесь вот мы нарвались на ловушку. Если я не ошибаюсь. Я не думаю, что стоило эту жабу раздражать лишний раз, так что я ее лишний раз и не раздражал. О, стоп. Внимание, провал. Так. Да не, вроде чисто. Идем дальше.
Да, вот здесь вот. Вот здесь вот обозначен какой-то проход. Какой-то проход в какое-то место. В место, где есть какие-то руины. Что надо делать? Так. А, я потратил фамильяра. Но я не потратил квазита. А квазит здесь может пропрыгать? Наверное, сможет. Так, призыв квазита. Квазит. Давай, лопата, поработай. Ага. Так, что у нас здесь? Деревянный лайри. Лайри. Деревянный. В принципе, лопата может его дотащить куда-то. Я такой прикол использовал в Divinity. Там был один момент, где лежал, значит, амулет в облаке тумана смерти. И туман смерти — это была такая субстанция, если ты в нее заходишь, тебя просто убивает. Даже без подсчета урона, просто сразу и насмерть. Так, хорошо, что у нас здесь? Обветшалое убежище. Обветшалое убежище. Это еще что? Мефит. Мефит. Третьего уровня. Вайда. Это еще что за существо? Так, вайда. Четвертый уровень. Растение. Уязвимость к огню, устойчивость к дробящему и колющему урону. Волшебная дубинка. Угу. Дополнительный дробящий урон. Ночная регенерация. Восстанавливает 10 ОЗ, если не получала урона от огня. 16 КД. Так, ладно. Ладно, дружище, рассмотри здесь все аккуратно. Вайда и квазиты. Слепого зрения у вас, я надеюсь, нету. Так, древний грязевой мефит. Это типа мелкий бес какой-то. Так, посмертный взрыв. 2.12 силового урона в пределах 7 футов. Устойчивость к яду. Ничего себе. Так, не вступить бы в ловушку здесь. Но что это за место такое? Есть ли смысл вообще сюда соваться? Так, ну допустим, если мы займем хорошую позицию. Так, что здесь? Ну, допустим, если мы займем хорошую позицию, мы бы смогли как-то... Ага. А здесь вот можно этого мефита случайно сагрить. И не факт, что больше не концентрируется на невидимости. Какого черта? Быстро включил невидимость. Еще один деревянный ларь. А зашвырнуть его я не могу, блин. Как не хватает заклинания телепортации. Или хотя бы заклинания магических врат. Почему с него невидимость спадает? У него почему-то сбивается концентрация. Я не могу понять, почему. Я надеюсь, тебя тут не убьют, дружище, потому что ты мне еще пригодишься. Так, ну... Короче говоря... Ситуация неприятная. Есть ли смысл сюда вообще лезть? Эти ребята выглядят очень мощными.
Так что я думаю, мы ограничимся тем, что Астаион проверит сундук. И на этом мы закончим эти исследования. Хоба. И все, уже тогда точно валим. Так, Астаион, будь любезен. С другой стороны, здесь ведь можно, вернее, здесь можно идти только через прыжки. А, так, саперный набор, веревка. Вот я так и не могу понять, как использовать веревку. Веревка. Кусок крепкой плетеной веревки. Весит 2 единицы. Но я все равно ее возьму. Так, а молоток? Просто молоток. Ничего ценного. Так. Итак. Все. Валим. Так, окрестности изумрудной рощи. Да. Теперь. А, квазита не забыли. Хорошо. Квазит. Врубай невидимость. Ты же не хочешь, чтобы тебя заметила толпа? Так, ну, у меня есть еще 2 ячейки второго круга. Это в принципе хорошо. Но я не знаю, короче. Надо испытать еще исцеление. Так, Shadowheart. Второй круг. Так, исцеляющий молебен. О, неплохо. И благословение вешает на всех, но смысла в нем особого нет, потому что... Так, выключаем все заклинания второго круга, потому что у меня не осталось ячеек. У меня не осталось ячеек второго круга. Так, вот, вот так. У меня одна ячейка осталась первого, но я все равно как бы. О! A scout just reported. The goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection. From all of us. It isn't much, but you've earned it. Я не буду отказываться. But it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Corker. As for us. No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate. Да, давайте. Это замечательная идея. Так, гоблинов. Где торговец? Получен предмет лоскутный мешок. Лоскутный мешок. Ага. Так, венец вапиры. Исцеляет других существ, владелец восстанавливает 1-6 УЗ. Но это надо Shadowheart дать точно. Так, противоядие себе возьму. Короче, взять все. Ну, как-то награда довольно скудная. Но с другой стороны, я достаточно получил всякого. Усиленный двуручный меч, укрепленный шлем. Так, Shadowheart. У тебя стоит обычный шлем на выносливость. Тогда... Сортировка по типу. Броня. Где броня? Надо срочно продать весь хлам.
Поганка. Нет, поганка не продается. Где шлем? Блин, где вообще броня? Вот броня. И где шлем? Или я его сразу... Да, я его сразу отдал Shadowheart. Шлем избиения. Так, накладывая на противника любой разновидности заклинания кары. Фейское сияние. Ну, это явно не заклинание кары. Гигантский шаг. Так. Твоя заклинание, требующее концентрации, получаете импульс. А здесь атлетика плюс один. Получаешь заряд молнии. То есть дополнительные заряды молнии. Ну, надо подумать будет. Так. Забавный шлем. Так. Скрывать во имя диалогов. Да. Хорошо. Значит, с Кагой поговорим. Но сейчас мне надо найти торговца. Так. Ага, дети, бабулька. I knew this would come right if we just stayed positive. Not that your blade didn't help too. Где торговец? А, торговец остался, он же из друидов, точно. We did it. Арабелла. Of course. It's a big city. Lots of opportunities. Baldur's Gate, we're coming. Так. There we go. I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why do you ask where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Чувак, я тебе покажу, что такое хирургическая работа. У меня есть масса заклинаний на такой случай. Надеюсь, Хальсин там с Кагу эту поищучит. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Так, давай. Of course. Поторгуем. Мне хочется вот, вот этот посох мне нравится. Я давно на него облизываюсь. Но. Где кнопка добавить товары? Почему я не вижу кнопки добавить товары? Так, вот торговля. Товары. Ага. А, вот как это работает. Ясно. Что у тебя есть полезного? Так, свиток пылающий. Так. Туманный шаг. Я туманным шагом вообще владею? Я не помню. Пространственная дверь, в смысле Dimension Door? Ну это надо брать. Это надо брать однозначно. 250 монет. Ну это терпимая цена. Мне надо найти какой-нибудь хороший или одежду, или средний доспех. Вот легкая броня плюс один, кольчужная рубаха плюс один, бродячий странник, средняя броня 13. Проверки на ловкость и бонус к природе. Нет. Средняя сыромятный обычный. Нет, паутина у меня есть уже. Перчатки обли снарядов. Ну, 1d10 плюс модификатор ловкости. Снижение урона, это в принципе хорошо. Так, ладно, разберемся по ходу дела. Значит, я тебе продам одну книжку про вампирское проклятие. Ты же любишь сумерки, чувак? Так, всякие там... Вот Сивуницкое жерелье оставлю. Потускневший медальон. Элтуэль, сила в единстве. Вот медальон с гравировкой папочки. Я помню этот медальон. Я его нашел. Кстати, да, мертвое тело в Наутилоиде. Лютня. Паучья лира. Сыграть паучью лиру, сыграть мелодию. Это типа разные вещи. У меня нет умения музыкальных инструментов. Я продам лютню, потому что... А может и не продам ничего.
Вот обычный крепленный шлем точно продать, дубинку продать. Клеймо культистов, ну, не знаю, оставлю на память. Вдруг с ним что-нибудь можно будет замутить. Отправлю в лагерь. Усиленный меч и усиленный шлем. Стоп. Да, это укрепленный шлем. Я их нашел на болоте. Есть ли смысл их продавать? Так. Сильно помятый шлем, выкованный из неизвестного сплава. Кожаные перчатки дроу. Ну, это просто кожаные перчатки. Так, а у тебя есть еще ингредиенты? Я бы ингредиентов прикупил. Серебряная это жирка для пирожных. Как я жил без этой штуки? На, так, вот. Серебряная тарелка. У меня тут серебряного барахла, оказывается, немало. Идол Силуна. Много за него не дадут. Слиток серебра. Амулет Абсолюта. Так, обменять. Остальные персонажи тоже надо продать, кое-какой хлам. Вот короткий лук, я им не пользуюсь. Щит, молоток, пару мотков веревки. Масло Василиска надо оставить. Воровских инструментов много не бывает. Гиты и Элитиды, устное предание Фаеруна. Учение Круга Теней. Надо это все тоже так. Ага. Так, так. Shadowheart. Топорик отдать Карлах. А нет, у меня там и так этих топоров скопилось. Вот, обычный шлем. Сапоги. Грудную клетку оставлю на память. Да, щит. Кольцо с рубином. Кольцо, кольцо. Дубинка. Ну, это все хлам, хлам, хлам. Ящики. Шлем избиения. Сапоги гигантского шага. Как-то они не очень. Как бы синие сапоги. Импульс это бонус к скорости просто. Так что можно продать. Ага. Так, и Карлах. У тебя куча всяких вот гоблинские щиты. Гоблинские молотки. Так, этот весит 2,7, эти весят меньше, поэтому... А остальное будем метать. Метнуть во врага секач, это дорогого стоит. Так, правдивые невероятные приключения Tenebris Morrow. Трактат о монетах души. Боевая доска Абсолют. Героизм. Вот никогда не знаешь, понадобится тебе героизм или нет. Защита от страха, конечно, прикольно, но... Кольцо с ониксом. 62 монеты. Хорошо. На этом все. На этом все. Так, тут я смотрю, все разбежались, да? Все разошлись. А не, вот кузнец еще есть. Странный вол. You're addressing me? Ха. Humble ox. How quaint. Что-то не так с ним. Так, Астаион. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No. You are incapable. Ты не поймешь. Так, убеждение, обман, запугивание. Ну давай убеждение. А, бонус дружбы? Не дружбы с животными, просто дружбы. Ха. Что-то тут нечисто. 6. Неудача. Нет, я перебрасывать не буду. Но уже тот факт, что на тебя сработало заклинание... Тот факт, что на него сработало заклинание «Дружба»,
а не заклинание дружбы с животными, мне уже как бы дал кое-какую информацию. Так, где этот... Где кузнец? Я же его тут видел. А, вот, вот здесь. Камера, не тайсись. Thought I sensed an inferno around here. Uh-huh. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And... Brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Ха. Huh. Неожиданно. You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized demono valves inside a Ragnax alloy case. Very risky. I might be able to help. But I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive. А у меня есть адское железо. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. А вот это уже плохо. Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. Да я не возражаю. What say you? Should I give it to him? Я, собственно, так и занимался. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Этот чувак, мы с ним когда говорили, он говорил, что ему нравится, что адские машины крутая штука. Надо же, кто бы мог подумать. А вместо сердца пламенный мотор. Good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation. Магическая механика. О, это круто. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Ясно. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find on the way, hmm? И просадки начались. Damon's upgrade didn't cool me down. It did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Oh, fuck yes. I'm ready to burn all night. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? Так, а ей никаких бафов за это не дали. А, кстати, понятно, что временные АЗ от обилок сохраняются. А тут по-прежнему заперто, да?
А внутри на этот раз никого нет. Ха. И никого вокруг. Остаём. Не будешь ли ты так любезен? Честно. Так. Так, посмотрим. Значит, когда я тут был, я не смог заглянуть вот в эту вот штуку. Так, прочесть. Так, идея монет души. Сущность индивида запечатывается в монете адского железа. Магические питать, загадочные адские механизмы. Назначение. Так. Одна монета, благодаря та-та-та. Ага. По-моему, я это читал уже. Ну ладно, я заберу. Класс сложности 20. Ничего себе. Единичка. Ну ладно, у меня есть достаточно воровских инструментов, чтобы часть из них поломать. Но мне нравится вот эта механика с ломанием инструментов. О, так, обычный яд. Яд дроу. Когда вы попадаете по противнику, то должен пройти испытание выносливости. Сложность 13, иначе станет отравлен и уснет. Ага. Так, а, тут был ключ. А! Обидно. Вот сейчас обидно было. Так, ну больше тут, наверное, ничего нет. Все, идем дальше. Так, какие у меня заклинания сейчас стоят? Веер ножей, огненная сфера. Призыв фамильяра можно выключить, наверное. Да, туманный шаг у меня есть. Туманный шаг у меня есть, а магических врат у меня нет. Что еще первого круга можно включить? Громовую волну, масло... Не, ледяной нож. Мало, конечно, ячеек осталось, но я все равно сейчас на отдых пойду. Только вот с друидом поговорю. Так. Ага. Похоже, тут называет неприятности. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids. Our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Helsin. Что-то мне это не нравится. Угу. Наплачешься ты с ней. She shows great insolence, but time will humble her. Не думаю. The grove still needs her. С ней вообще что-то не так. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Mm-hmm. Banished. Then banish me.
Так, спасти друида. Так, Хальсин поблагодарил, Радх вознаградит. Ответы на вопросы находятся в лунных башнях. Сегодня мы можем праздновать победу со спокойной душой. Так, Хальсин сказал, что... Ага. Так, сердце исчадия ада. А остальное все завершено. Радх. Кто такой Радх? О, полынь. Полынь. И нас. Тахан. Табличка. Хальсин. Джеорна. Кто? Апикузис. Элвин. Каррик. Мино. Ага, купол они сняли. Подходящий момент стащить. Но как бы да, план стянуть артефакт, идол, точнее, друидов, это был запасной план, второй запасной план. И поскольку основной план сработал... Так, это еще кто? Кага, Рагх, Лоик, Маркета ПТВТ, Финдал... Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my silence. Your Master Halsin's home, by Sylvanus's mercy. It might have been better if he'd stayed away. You've done it. You brought Halsin back. Thank you. Что-то мне кажется, что этим не ограничится. Thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Ну, мы справились только с третью где-то гоблинов. Of course, it is well earned. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Could it be up to Kolga? They would never have been here at all. Руна волка. Котелок. С горящим териаком. Так. О противоядиях. Так, так, так. Соли полыни, жабролюдский воротничок. А что за теряк этот? Кипящий теряк. И что сюда надо добавить? Ну не руну волка, это точно. Netty, Netty, привет. Blessed day. I was worried I'd never see Master Halsin again. You kept your word. Thank you. Mm-hmm. I don't know if I can ever restore Sylvanus's peace to this place, but I'll have the chance. Так, получен предмет кошель. Кошель, кошель, кошель. Красное яблоко, полынь. Нет, куда ты бомбы тянешь? Костигаиб. Непонятно, что надо делать с этим вот котелком. Надо что-то там смешать, но... Чума заклинаний. Чума заклинаний. По-моему, я что-то про это слышал, но не в игре самой. Так, несколько глав, по одной на каждый из источников. Записи устных преданий. Угу, та-та-та-та. На нижнем перевале в Огненных горах. Дорожка из золотых дисков. Ага.
Блезвая желтая чешуя. Сейчас сезон линьки, то есть от лица дракона рожденного. Так. Ага. Так, так, так. Крушение заклинаний. Навеки угасшим Мея Абейра. Проклятие заклинаний не перенесло нас в этот мир. Что такое чума заклинаний, так и не объяснили. Перчатки Нетти. Так, руна волка. Значит, видимо, руна орла, пустая ячейка, руна медведя, руна лося. О, здесь такой... Образец элититского паразита. Ну, не знаю. Взять его не считается кражей, так что, наверное, можно забрать. А в чей этот был голос, кстати говоря? Кости сновидения. Ага, то есть это существо, оно мне даже в обычном... Так, жабролюдский воротничок надо насобирать. Так, пустая ячейка. Руна волка. Ага. И что-то произошло? Не похоже, чтобы что-то произошло. Магия плетения, вступление. Так, что есть плетение? Да, это я знаю. Так. Куда надо крутить эту штуку и как ее крутить? Руна орла. А, видимо, их надо активировать в определенной последовательности. Руна медведя. И руна волка. А, их надо просто активировать. Вероятность того, что я случайно активировал правильную последовательность, она довольно низкая. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. О-о-о. Тайное сообщество. Скорбь. Скорбь. Тайное сообщество побережья мечей. Что надо волшебник делает первым? Ага, орфисты. Орфисты, так, не, отнюдь не столь благонамерены. Так, отвращение к власти. Ну, короче, да, они сами по себе. Знание сила, орфисты знаниями не делятся. Так. Жизнь человека на другой жизнь саженца дуба. Задайте вопрос друиду теней, и вы ужаснетесь ответу. Экстремисты, ставящие разумную жизнь ниже насекомых и растений. Ага. Так. Летут подлые интриги. Орден Клурда. Этих не встречал. Так. Тайный комплот. Убийц, членов родителей тиранов. Проводит регулярные встречи, обдумывает убийство невинных жителей нашей прекрасной страны. Непонятно, не сказано, никакие цели они преследуют, ни... Так, темные юстициары. Так, они поклоняются шар. Ясно. Это тоже информация. О, зелье великого лечения. Зелье общения с животными. Этого много не бывает. Свиток паралич гуманоида, дружба с животными. О, я ж могу его вы... Не, я не могу его выучить. Потому что это не заклинание волшебника. Это друидский прикол. Так, токсин виверны. 1.8 урона ядом. Так, противоядие, эликсир устойчивости к ядам. Устойчивость... Ага, это, наверное, надо дать Карлах, раз она у нас танк. Токсин виверны Астаиону, остальное заберу. Так, скорбь. Что еще за скорбь? Тут тайников никаких нет.
А то пустили, понимаешь, в хранилище, а вдруг у них внутри тайника еще один тайник. Ага. Одеяние лета. Устойчивость к урону холодом. Тип обычная одежда. А если я его экипирую? Как я выгляжу? Ну, как-то так излишне пафосно. Мне мое темное облачение нравилось больше. Устойчивость к урону холодом — это не то, чего я ищу. У меня перегруз небольшой опять. Так что железки надо отдать Карлах. Так, мантия. Бонус к урону ядом или сопротивление к урону холодом. Стилистически мне, конечно, больше нравится моя паучья мантия. Ее бы еще покрасить в какой-нибудь цвет интересный, и вообще будет отлично. Так, ладно. Скорбь. Вот что вот это вот за скорбь такая? Глифа. Так, скорбь. Зачарованное оружие плюс один. Гойкий выпад. 1.10. Режущая, двуручная. Дополнительная дальность. Открывает фокус преграждения. А ну-ка. Фокус преграждения. А, вот. Бонусное действие — бросок атаки. Притягивает существо на 10 футов к вам. Ну, это без вопросов тогда надо Карлах отдать. Потому что я к себе притягивать никого не хочу. Мне в ближний бой противопоказан. Плюс 1, 1.7, 1.10. Так, Карлах. Так, вот, скорбь. А, она же еще и урона больше наносит этой штукой. Так, ага. Плюс 7. Ну, просто хорошо, что есть дополнительный навык на сокращение дистанции. А вот это что? Переместиться на 20 футов до конца своего хода, вы имеете право на второй бросок... на второй бросок урона дистанционным оружием и зачет лучшего результата. Не знаю, правда, насколько этих зарядов хватит у этой штуки, но... Да, это мы удачно сходили. Так, Shadowheart, у тебя слотов вообще не осталось. Так, я хочу еще стоить. Еще стоить ингредиентов. Надо будет, когда Shadowheart будет в форме, так сказать, навесить на себя баф на мудрость и попробовать прочитать этот некрономикон. Посмотрим, что это нам даст. Кага, а можно в ее мысли попытаться влезть? У меня же есть чтение мыслей. Да, есть. Ага. Не нравится мне эта тетка. Ну что, время отдохнуть. Время наконец-то отправиться в лагерь, но я хочу еще немножко с магией поэкспериментировать. Где я еще не бывал? Вот через речку, вот гномом я не ходил. Чайный домик у реки, ничего себе название. Так, вымершая деревня. Чайный домик у реки. Так, пауков там было предостаточно.
Вот этого вот Багбира можно добить, кстати. Хотя, может, а вдруг на нас сагаются все остальные здешние гоблины, так что... Наверное, смысла особого нет. И что вот это за чертежи я там нашел? Они как-то помогут или нет? Нет, сарайчик этот я обойду. Я знаю, что там. Я знаю, что там. У нас тут сейфа контент, так что сарайчик я обойду. Угу. Тем более, что интересно, что рядом с лагерем гоблинов вот тут вот есть еще какой-то боковой проход. Так, а это что? А, это тайник на водопаде. Это там я был. А здесь вот, кстати, тоже была какая-то дорога. Патруль вот в этом секторе, насколько я помню, враждебен. Теперь, есть ли смысл их добить? Сколько у нас опыта? Опыта у нас примерно до половины уровня. Но, в принципе, у нас почти фулл ХП, и у меня есть два заклинания. Я думаю, что можно сбегать как бы просто в рамках, так сказать, эксперимента, сразиться с подлыми гоблинами. Так, о, нет. Сразиться с гоблинами на блокпосте, посту. А потом уже закончить на этом серию и перейти к этому, как его, перейти к празднованию уже в следующем эпизоде. Так. Так, ага, ясно, понятно. Надеюсь, у нас получится. Скрытность, успех. Так. Угу. Ага, бой. Кто там в бой вляпался? Астарион? Карлах? Давай. И Карлах теперь в бою. Так. Shadowheart. И я. Мне кажется, что если я сейчас тюкну внезапно... Так, чтобы троих зацепить. Троих зацепить не получится. Ага, и у меня последний ход. Да. Так, ладно. Shadowheart. Где ты там? Будешь меня прикрывать. Я же еще могу. Вот, сейчас попробую. Приказ. Приказ остановиться. Первый круг. Питание мудрости. Шанс срабатывания 60-65%. Но этому чуваку и так хана. Так что, наверное, нет. Наверное, просто... Нет, ничего не делай. Сейчас подбегут, тогда и вступишь в бой. Так, Астарион, конечно же, ходит первым. Значит, во-первых, бонусным действием рывок. Залезаем. Надо позицию повыгоднее занять. Так, столкнуть можно? Вот, мне интересно. Прыжок. Так, толчок. Нет, толчок был бонусным действием. Так что не получится. Ага. А, точно, он же ассасин. Промах, да. Ладно. Так, конец хода.
Ага, эти все рубают рывок. Так, 15-18. Нет, потерпим. Карлах. Так, отпихнуть. Ага, Shadowheart. Добей лежачего. Молодец. Оружие обмакнуть. Отлично. Карлах. Бросок. Что мы можем бросить? Ятаган. 95. Нифига себе. Ого! Так, ярость включить. А, сейчас уже не включить. Ладно, мне и так все устраивает. Так. Так. Умер. Рывок. Рывок. 10 урона. О, столпилось. Сколько вас тут? Сколько вас тут? А у меня действие потрачено, да? А если я туда отойду, меня скинуть попробуют. Ладно. Если бы, может... Нет, надо экономить зелья. Так что я просто отойду. Надеюсь, меня в пропасть не скинут. Так, Астеон, ищейка. Основная угроза у нас вот здесь, поэтому так, 75-15. Отлично. Угу. И нанести яд. Конец хода. 4. Ха. Так, это один раз до короткого привала, так что бонусным действием. А если я терновым кустом подтяну? Нет, так не интересно. Лучше вот так. Сейчас в центр толпы. Бдыщ. Вот так. А, широкого взмаха нет. Широкого взмаха нет, потому что это... Так, до следующего. Так, безрассудная атака. Обычный удар. Импровизированное оружие ближнего боя. Что лучше, самое лучшее импровизированное оружие? Конечно же, гоблин. А, путь перекрыт. Почему? А если вот поэтому? Отлично. Shadowheart. Добивай. Вот так. Этот тоже лежит. Подойди, просто подойди. Вот так. Так, конец хода. Конец хода. Промах. Промах. Так, там Астеон прикрывает. Не хочу, чтобы меня в пропасть скинули просто. Так, сколько у него хп? 7. О, есть идея. Вот
Так. Конец года. Так, Астаион. Неплохо. Let's have a little fun. Карлах. А ты можешь его метнуть? Так. Нет, не можешь. У меня возникла идея. А, нет, там же рука еще есть. Так что... Приказ, мудрость. А сколько у него мудрости? 11. А почему бы и нет? Поэкспериментируем. Так, бросить. Бежать. Пасть ниц. Остановиться. Сработало. Так, я хочу просто узнать, насколько часто этот терновый куст перезаряжается. Промах, да? Ладно. А он и так остановлен, так что... Хотя нет, почему бы нет? Сбили, хорошо. Конец хода, конец хода, конец хода. Так, рука магическая. Может метать, может отпихнуть. Не получилось. Безоружный удар, серьезно. Магическая рука не может наносить урон. Это классические правила, алло. Так, ну ладно, тогда... Просто ледяной луч и замедление. Критический промах, отлично. Хорошо, Карлах. О, это работает просто так. Да куда ты в облако кинжалов лезешь, алло? Так, отменяем облако кинжалов. Ну сейчас тогда все это залутаем. Много опыта мы с этого не получили, конечно. Клык Варга. О. Да я не спорю, мы сейчас пойдем отдыхать. Подожди. Еще перегруз вдобавок. Магическая рука исчезает. О, двуручный топор, обычный шлем, бутылка с жиром, клык Варга. Так, и топорик. Отлично, на этом можно завершать. Так, а какая у меня там одежка? Ну, так, бедная одежда. Нет, 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 нет. Домашняя одежда. А, это обычная одежда прижимистого бродяги. Ну вот неплохо, если бы не хвостик, только вот этот. Серая одежда. Вот это тоже ничего. Нет, обычная, давай. Так. Shadowheart. Ага, ну у меня там ничего такой фасончик. Так. Я ей вроде бы скидывал. А, вот, образец адского железа. Так, так. А где костюмчик? Не вижу. Ладно, ну что ж, на этом мы сейчас тогда заканчиваем и продолжим уже, когда подойдет время
отдыхать и вкушать, так сказать, плоды завершенных квестов. Так что на этом сейчас все. Благодарю за внимание и до следующего эпизода.